Еда в дорогу на машине, на поезде, автобусе, летом детям, диетическое, бутерброды, список еды в дорогу. Вопрос о подборе дорожного меню всегда встает ребром перед самой поездкой, ведь большинство продуктов, которые покупаются, способны быстро портиться от жары, прямого попадания солнца, влаги, сухости воздуха, а также имеют срок годности. Большую роль при выборе провианта в дорогу играют вкусовые предпочтения пассажиров, что часто и становится главной ошибкой, ведь такие продукты, как сухарики или чипсы, несмотря на устойчивость к погодным явлениям, не лучший выбор для еды в дороге. Они могут лишить дальнейшего аппетита, могут усилить голод, а также могут и вовсе не перевариться. Абсурдность дорожного меню выражается при выборе особенно непредсказуемых твердых, мучных блюд или даже наоборот мягких, например, таких как тушеная говяжья вырезка или рагу из кабачков. Эти и аналогичные блюда категорически не рекомендуется готовить в дорогу. Какие продукты не портятся в жару? Список. Жара – один из самых пагубных факторов для любой еды, в которой содержится влага, и чем больше влаги, тем быстрее под действием высокой температуры будет портиться продукт, то есть продукты домашнего производства по типу вареной колбасы или пирожков с мясом автоматически попадают в категорию нерекомендованных. Не все продукты способны храниться долго, а некоторым и вовсе достаточно пару часов для того, чтобы испортиться. С собой в дорогу можно взять сырокопченые продукты, сухие закуски, снеки, хлебцы, сухарики, печенье, сушки, хлеб, йогурт. Консервы, за исключением шпрот в масле, также можно взять с собой приготовленную пищу, яйца, сваренные вкрутую, картофель. В мундире отварной картофель, мягкое мясо, например, жареное куриное филе. Какие можно взять продукты в дорогу на машине? Путешествие на автомобиле по праву можно считать самым комфортным способом перемещения, а все это связано с тем, что, имея автомобиль, можно свободно прокладывать маршруты через заведения общественного питания или супермаркеты. Для того, чтобы определиться с тем, какую еду нужно брать с собой в дорогу, стоит обратить внимание на то, что, в первую очередь, понадобится много питьевой воды, это может быть как обычная вода без газа, так и термос с чаем или кофе, главное, чтобы под рукой всегда было то, чем можно утолить жажду в жару. Отталкиваясь на второй план, стоит ориентироваться на легкую еду, которая чаще всего подходит по вкусу, это могут быть сэндвичи, духовые изделия, например, сосиски в тесте. Если у вас есть термосумка, это дает возможность хранить некоторое время в дороге молочные продукты, йогурты или даже молоко, которое можно использовать для приготовления хлопьев. Готовая еда в дорогу на машине летом – рецепты. Иногда в дорогу просто необходимо взять с собой именно домашнюю еду, ведь в ней можно быть уверенным, она вкусная, полезная, а главное – проверенная, то есть можно не беспокоиться насчет пищевого отравления. Для того, чтобы подбодрить себя и свою семью приятным времяпровождением в дороге, можно составить совсем нетипичное меню. Готовая еда в дорогу на поезде – рецепты. Именно из-за наличия столика можно организовать нормальный прием пищи, а с учетом того, что горячая вода будет под рукой в любой момент, можно воспользоваться преимуществом еды быстрого приготовления и захватить с собой в дорогу кашу, лапшу и пюре. Первые сутки дороги можно приготовить очень вкусные сэндвичи с сыром, огурцами и копченым лососем. Для этого понадобится квадратный хлеб, лосось холодного копчения или малосольная рыба, сливочный сыр, лук, сковорода или обычный лук, свежий огурец, лимон. Первым делом следует нарезать хлеб на 8 кусочков и сделать из них тосты. Затем нужно сделать начинку сэндвичей, мелко нарезать лук, натереть цедру лимона. Смешать 1 столовую ложку сливочного сыра, лука, лимонной цедры и лимонного сока в посуде. После того, как была приготовлена начинка, нужно обрезать края с хлеба и равномерно намазать все тосты. На 4 тоста аккуратно положите рыбу, огурцы. Накройте тост остатками других тостов и посыпьте края луком. Какие продукты лучше брать в поезд летом? Перед тем, как сесть в поезд, необходимо для себя обозначить несколько особенностей массового транспорта. В замкнутом помещении резкие запахи особенно быстро распространятся и сразу выветрить их практически невозможно, поэтому скажите «нет» еде с резким запахом даже при условии, что она вам сильно нравится. Из готовых продуктов можно взять с собой в поезд свежие овощи, томаты, огурцы, твердые фрукты, виноград, бананы, яблоки, апельсины и груши, сырокопченую колбасу, печенье, конфеты, хлебушек, воду без газа, джем в герметичной баночке.
Чай и кофе в стиках, кисель быстрого приготовления, детские пюре из фруктов в герметизированных баночках, соки и нектары. В маленьких пакетиках по 200 грамм с помощью некоторых хитростей можно также не беспокоиться насчет того, что мясо испортится. И приготовить в дорогу курочку, индейку, телятину и буженину, которую потом необходимо завернуть только в пергамент и фольгу. Что приготовить в дальнюю дорогу на машине? Отправляясь в долгую дорогу на машине, вы тем самым лишаете себя некоторых удобств, которые необходимо компенсировать в данном случае. Сумка-холодильник просто необходима, ведь не всегда есть вероятность встретить по пути закусочные, так же, как и небезопасно делать длительные остановки. Запасаясь практичным опытом, можно тут же его применять, тем самым сохранив жизнь любимым блюдом наподобие чебуреков пиццы или хачапури, которые в пергаменте и сумке-холодильнике, чувствуя себя вполне уютно. Можно захватить с собой печеную картошку, она сытная и долго держится. Или приготовить в дорогу выпечку, например, штрудель с вишней или шарлотку с яблоками. Можно также на первое время приготовить беляши, которые также хорошо сохранятся. Что взять покушать в дорогу на автобусе, автобусном туре? Автобусный режим передвижения очень похож на железнодорожное путешествие, так как он тоже требует ограничить себя от еды с резкими запахами. И как в случае с поездом, автобус также может быть оборудован бойлером с горячей водой или даже микроволновкой. Правило туриста номер один – брать с собой в дорогу много воды. Жажда может появиться внезапно, а в условиях передвижения на автобусе это и вовсе может стать проблемой, поэтому стоит запасаться. Обычной питьевой водой без газа также можно взять в дорогу термос с чаем или кофе. В автобус рекомендуется брать с собой на первое время йогурты, они помогут стабилизировать обмен веществ в организме, а также будут поддерживать аппетит. Практичным решением для тех, кому обязательно нужно кушать несколько раз в день, будет взять в дорогу суп, его можно без труда поместить в термос, при этом он будет всегда горячий и, главное, не испортится. Для дороги отлично подойдут бутерброды, сэндвичи, сладкое к напиткам, например, ватрушки или печенье. Конечно, еще одним хорошим решением будет взять в дорогу много фруктов, они способны выдерживать от 1 до 3 дней и содержат много питательных веществ. Берите в дорогу много орехов и сухофруктов. Что приготовить ребенку в дорогу из еды? Детям особенно сложно в дороге, тем более, если они едут первый раз. Их укачивает, пугает, тошнит, им надоедает засиживаться на одном месте, и еда может сыграть злую шутку с организмом ребенка, особенно если это жирная еда и ее много. Детям в дорогу рекомендуется есть только когда появляется чувство голода, не переедать. В дорогу для ребенка можно собрать меню из нескольких простых и сытных блюд, например, взять с собой немного жидкого супа-пюре. В дорогу он быстро осваивается и достаточно вкусный. Можно приготовить жаркое с картофелем и мясом, кушать его нужно маленькими порциями. Как известно, каша может долго сопротивляться жаре, поэтому гречневая каша на воде может отлично подойти в дорогу, а к ней можно взять консервы, например, тушенку. Диетическая еда в дорогу. Именно из-за того, что в дороге отсутствует возможность готовить, появляется самая главная проблема – количество и качество продуктов. Ведь большинство диетических продуктов в дороге быстро портится. Найти альтернативу сложно, и для этого придется обойти несколько общепитов и магазинов в поиске подходящей диетической еды и сделать это будет сложно, ведь, как известно, чаще всего в такой еде содержится много жира, усилителей вкуса и искусственных калорий. Следующим этапом будет подбор списка продуктов, которые подойдут в дорогу. В ваше меню можно смело включать молоко с пониженным процентом содержания жиров, оно поможет заменить потребность в сладких напитках. В качестве закусок отлично подойдет морская еда, приготовленные на гриле устрицы, моллюски или мидии на пару. В таких продуктах много белка, и они поддержат вашу фигуру в тонусе. Когда вы будете готовить салаты, используйте в качестве заправки оливковое масло с лимонным соком. Эта же заправка может отлично подойти к рыбе или красному мясу типа филе, вырезки, главное выбирать мясо, в котором содержится меньше всего жиров. Из первого в дорогу можно брать овощной суп, кислый суп, куриный бульон и, напротив, отказаться от супов с высоким содержанием крахмала. А из мяса можно взять дорогу грудку индейки или мясо курицы в любом виде, желательно без использования масла при обжарке. Бутерброды с собой в дорогу, рецепты.
Бутерброды больше всего подходят именно для лета. Практично их легко приготовить, и их исключительная способность разлетаться со стола просто завораживает. Первые ассоциации, которые вызывают сэндвичи, связаны с пикником и выходом на природу. Это оправданная ассоциация, ведь можно часто заметить, как друзья, пары, семья выходят на природу и с счастливыми лицами кушают свою оригинальную пищу. Но возникает вопрос, какие сэндвичи больше всего подходят для дороги и какие сэндвичи легче приготовить, об этом и пойдет речь. Вкусным дорожным решением будет выбрать несколько хороших рецептов. Первым из них будет рецепт бутерброда с курицей и огурцами. Для того, чтобы его приготовить, понадобится куриное филе весом в 400 грамм, которое первым делом нужно промыть и нарезать на тоненькие пластинки. Затем посолить, поперчить и обжарить эти кусочки с двух сторон и остудить после готовки. Батон нарезается пополам и смазывается слоем магазинного майонеза, затем на него выкладывается нарезанное куриное филе, а сверху на него нарезанные консервированные огурцы. Финальным этапом необходимо закрыть сверху бутерброд другим кусочком батона и завернуть пергамент. Можно приготовить бутерброды с рыбкой, например, с селедкой и морковью. Готовятся они из обычных продуктов, которые можно найти в холодильнике. Первым делом очищается сельдь и режется на филе, всего понадобится одна рыбка, затем три морковки варятся и очищаются от шкурки. Все эти ингредиенты кладутся в мясорубку и мелко перекручивается до состояния однородной массы. Затем нарезается батон и сверху равномерно намазывается этой массой. Теперь осталось украсить бутерброды, а для этого на бутерброды аккуратно кладется оставшаяся сельдь, мелко-мелко украшается зеленью. Если вы уже определились насчет того, какую еду будете брать с собой дорогу, стоит проверить список вещей, которые вы, возможно, забыли взять с собой в дорогу.